взгляд ребят, которые пробирают его глубины души. Подрастающее поколение, они должны знать своих героев в лицо, наш долг – сохранить память о них. Дмитрий Дорожкин, начальник госавтоинспекции УМВД России по Дмитровскому городскому округу, инициатор создания галереи портретов воинов, погибших в ходе проведения специальной военной операции. Сотрудники полиции, военного комиссариата и студенты Дмитровского института непрерывного образования помогли воплотить эту идею в жизнь и представить портреты воинов в преддверии Дня памяти и скорби. 38 портретов, 38 героев вспомнили каждого поименно. В дальнейшем эта галерея портретов побывает во многих образовательных учреждениях Дмитровского округа, как важная часть воспитания истинных патриотов своей страны. А в недалеком будущем будет издана книга памяти, посвященная нашим современникам, героям земли Дмитровской. Обратим самые искренние, сердечные слова благодарности родителям нынешних героев, тех родителей, которые воспитали настоящих патриотов. То, что сегодня мы здесь с вами видим, это прежде всего необходимо нам, женам погибших ребят при исполнении воинского долга и матерям. Наши мужчины никогда не будут забыты. Они совершили подвиг, сражаясь за наше государство. Парни, вы будете в наших сердцах. Мы будем помнить вас. Упокоив душе рабы, я бы един.